Booker in the low post. Ryan Dunstan playing that arm bar. Anderson thought about coming for the double team, but Devin Booker intelligently turned away. Harris Bertans into the game for the first time. Shved being pursued by Balbi. They lob it up for Devin Booker, and how often have we seen that combination this campaign? The underhanded scoop from Vasilija Micic. Zaitsev driving on James Anderson, pivots, finds Devin Booker, who finishes with authority. That off the front rim, but terrifically tipped in by Devin Booker. If this was a boxing match, I think it would have been stopped a long time ago. But you've got to play to the distance in the game of basketball, even though Ким Кимовская регион probably won't. Больше задействовать Букера. Букер в неплохой форме, у них очень хорошая связка со шведом. Алиупы еще издали Букер. И три трешки подряд. Хорошее начало от Химок. Как долго будет этот бор за шведом? Быстрой атаки у Химок не получится. Взаимодействие с Букером. Еще раз он бросает издали, вторую трешку забивает. Как заправский форвард Букер действует сейчас. Вот. Определенные преимущества у Сергея Карасева. И перед Смитом вот на коротке, на опережении пытался сыграть швед. Хорошо его подстраховал Букер. Какие интересные. Пасконию, там вообще там филиал Прибалтики. Эстонцы, латыши, литовцы. Вот. Тот же Роналд Смит уже здесь сколько времени развивается. Добавляет здесь Букер. Последняя минута у нас идет. Пока через него как-то вот идут почти все эти атаки. Два очка у него самого, три результативные передачи уже он делает. И ответный ассист хороший от разбивающего защиту Алексея Шведа, который пробивает. Ну да, Томас Волков решил, что плохая была у него позиция для атаки. И лидерство первое за долгое время для Химок. И, собственно, приходит вытягивать за собой одного соперника. Стефан, 5 секунд. Йович через Хейса. Скидка на дугу. Подпихивает мяч в итоге Дэвину Букеру. Но Дэвина это не смущает. Еще один средний заваливает. А вот этот пас как заслон. Швед пытается сделать ситуацию более удобной для себя и для Букера. И он находит Букера в очередной раз под кольцом. И у нас какой-то по счету передача. Букер против Лаверни один в один. Швед выходит на дугу, но за ним приглядывает, естественно, все тот же Григонис. Букер с разворота. Красиво, мягенько. Очень непростой бросок, тем не менее. Набранных очков за первую половину. Алексей Швед, последняя минута первой половины. Швед, двоечка с Букером, здорово внутрь. Дэвин, 2+1. Расстроен Янкунас, потому что еще один фол. Счет на ваших экранах 7-0 в третьей четверти. То есть вышли, здорово как отыграли. Причем и передача была по делу на Йовича под кольцо. И здорово ловер. Передача набирает в этой четверти 5+4. Дэвин Букер оставляют один в один, но уже минус 3 у Химок, а тайм-аут от Куртинайтиса нет, что интересно, но Дэвин разбирается здорово. Это третий раз, когда он разбирается один. Оборона Химок, то, что Калониетис, ну, по сути, в двух атаках подряд берет инициативу на себя, именно как завершающий игрок. Дэвин Букер издали, у него в том числе есть и трехочковый. Вот посмотрим, уже по ходу сезона пытается привнести что-то свое Кевин Херви. Какой алиуп! Вау! Дэвин Букер, это заявка на момент недели! Алексей Швед забирает подбор в защите. Швед! Какой алиуп! Очередной на Дэвина Букера! Ну, Букер действительно в социальных сетях. Единой лиги ВТБ в атаке. Химчане, и снова с мячом Букер. Теперь уже Дэвин Букер очень уверенно забивает из 3-секундной, не лучше, чем у любого игрока в сегодняшнем матче. 89-85, Химки в атаке, Дэвин Букер! Он сегодня готов лам. Но в итоге все закончилось уже 5-й потерей для Реджи Линча. Алексей Швед никуда не спешит, показывает нам статистику перехватов. Дэвин Букер! Теперь уже точно. Швед bounce pass to Jovic. Gap opens up for him to exploit. Dishes it around the corner. And it's thrown down by Devin Booker. That's what's dead. Швед. Booker wants it. He's got the mismatch up against McKissick. Gets the entry pass inside and scores. Devin Booker with 4 points. These two are trading blows now. 20.
Booker. Booker spinning baseline and getting his geometry spot on. Beautiful move from Booker. Red caught fire at the start of the second. Slukas in the first. Here's Alexei Shved here at the start of the third, hanging high. And what a two-handed hammer to complete the alley-oop from Devin Booker. You don't doubt that Himki have the offensive firepower to put up plenty of points here in this quarter, especially with Devin Booker rolling onto the inside like that to throw it down again. На подборе маловато было игроков Пармы. Химчане спокойно забрали мяч. Швед. Передачка после двоечки. И Букер. Время, когда есть травмы, это время, когда можно... А мы на протяжении последних нескольких лет привыкли, что результат Химок напрямую зависит от реализации именно дальних. А это Девин Букер на пустое кольцо. И чувствую, что приближается тайм-аут для Пермикова. Мне кажется, уже предвкушают матч всех звезд Единой Лиги ВТБ команды. Очень хотят поучаствовать по ходу все игроки из обеих команд в конкурсе трехочковых бросков. И Воронов обыграли. Сейчас Янис Тимма и ищет уже варианты для передачи внутрь. Девин Букер только получил и сразу пошел. И если обратил внимание, сегодня большие Химок-кун до конца первой половины. Очевидно, Алексей будет бросать на последних. А нет, в итоге решили в красу сыграть. И Девин Букер пробивает 60 очков первой. Рано и с дистанции. Последние минуты третьей четверти. Швед в трехсекундную зону на Букера. Букер нет, там уже передачи не отдаются. Хотя Бертанс в углу на противоположной стороне был готов. И Маккалум. Зайцев вновь на Букер, но плохая передача. Фактически она была в руки Ивлеву. Однако мяч остается у баскетбольного клуба Химки. Букер от души повисел елочную елку. Уж тем более дальний. Швед хотел заиграть трехсекундную зону. Конкретно Йонаса Жеребко. Получается сделать после паузы. Жеребко в касание на Букера. Как же они чувствуют друг друга. Жеребко и Букер. Ну и Букер. Зайцев. Stop by Дублевич. And they've got Жеребко on the wing. And there's Booker. Catch, shoot, easy two for Devin Booker. Shved. Jump by Toby. And he passes it in, and that's a beautiful read from Shved. He finds Booker the moment. Marcev. Karasev gets nothing but air. Jurebko can't make a layup. And then Booker finally gets the ball through the basket for the visitors. Layup by the number 24. He goes to 12. McCollum finds Booker. Booker drills the three. And first man to get possession is the legend himself, Alexei Shved. Oh, the alley-oop to Devin Booker to get this one started. Well, the offensive foul now. His Zaitsev back to Booker. Booker, who loves to take on a triple. You can see why. Devin Booker strings one early. Limitless range. Full watching him. Jurebko inside. Booker. Lighty trying to guard him. And Devin Booker managing to finish the... Shved. It's opened up for him. He'll stop, plant, and... come up dry, but there is a whistle. Booker puts it away as well. 2 minutes and 1 second per game. Shved hangs that one up for Booker. Booker low post, works Cahoody, backs it in again. Stays perfect from the field. Smoothly Shved. Shved hangs it up for Booker, and there was a bump there. Booker getting through. David Lightyear gathers it in. Still a Himki lead here. Booker for three. Devin Booker remains perfect. Spell lead now, just under two to play in the third. Zaitsev. That was ambitious, and somehow it got through. Well, Booker banked it in, but are they going to let it stand? Because there was a whistle fall for that. Shved, once again, gets it from Booker. Takes on Cahoody, hangs it up there, the alley-oop's a big throw down from Devin Booker, where they had that big, big lead until that very last play of the first half. Jovic feeds it inside. Booker, well, that's officially a career night now for Devin Booker then. 26, kicks it back to Shved.
to Remco to Zaitsev. Oh, what a block by Pierre Oriola, but picked up by Devin Booker and thrown down to negate. Schwed getting away from Martinez. Looks for the alley-oop. Oh, glorious from Khimki. Schwed and Mirotić waiting to give help. Lovely pass from Schwed. Bounce through and now into Booker, who scores off the glass. They're finding their offensive rhythm. Schwed. Delaney tries to swipe the ball away. Schwed goes up and over the top. Booker will float one in. Just enough on it to... Они могут ответить только феерическим нападением. Пошел обыгрывать, феерическое нападение не получилось, но очень вовремя Дэвин Букер. Вот после блокшота от Тарчимчани. Могут они защищаться. Как же хорошо шведу, когда есть Букер на площадке. Правда, всего три потери, да, вот при такой результативности они еще практически мяч не теряют. Дэвин Букер, девятая результативность. И что у Алексея Шведа последний матч, опять же, был не самый удачный с точки зрения статистических свершений, да, 11 очков. Это не та результативность шведа, которая позволяет рассчитывать на то, должен там нагнетать обстановку в краске, и он постоянно там. И вот Сергей Карасев, да, он такой классический растягиватель обороны, потому что, ну, все... Есть преимущество в какой-то степени у Химок под кольцом, о чем как раз и... Красноречиво говорит Букер, забив седьмое, принеся седьмое. Который способен выдавать затяжные серии попаданий и который знает кучу разных способов доставить мяч в кольцо. Но пока Букер... Забивает все-таки, да. Букер с отклонением. Швед скромно стоит в углу, наблюдает за тем, как атакуют его партнера. Его партнеры вот так вот красиво умеют атаковать. Это Дэвин Букер был. И сразу же... Hating it through Jerebko, Yanis Timmer. Back in action for the first time since round one. Schwed in action for the first time all season. And the feed to Devin Booker pays instant dividends. How often do we call out that from Devin Booker? So, oh, that's a spectacular feed and finish. Алексей Швед back in action. Который образуется из этого. Это то, чего боялся тренер Куртинайтис. Именно быстрых отрывов от Макаби. Они были, причем не потому, что Макаби давил на мяч, а потому, что Химки сами эти быстрые атаки. Высокий заслон получает. 5 секунд на атаку. Алексей. Вот как раз флоутер. Не очень здорово исполненный. С доворотом корпуса. Но молодец. Дэвид Букер поработал на щите. И делает плюс 3. Just under 5 minutes to play here in the game. Schwed hanging in the air, somehow had the vision and the touch to offload to Booker when the help defense came to take the... Alexei Schwed with the inbound pass. Catching as a shooter is Jonas Jerebko, fighting for the offensive board and coming down with it. What a play from Devin Booker! A double-double after... Мяч Николай Бажин противнику. Мне кажется, была возможность для того, чтобы хотя бы подумать тщательнее, но прям в толпу запустил. И Дэвин Букер свободный со средней. Видели бы вы сейчас и метнулись. В трехсекундной зоне Йонис предпочел пропустить в этой атаке, так как проиграл позицию. Дэвин Букер! Слэм-данк от Дэвина Букера, который тащит свою команду. Передача Алексей Швед. 4 секунды у него есть. Сложный бросок. Придется исполнять. Причем через крупного соперника. Ну а на подстраховочке Дэвин Букер, который своим мощным торсом оттягивает заслоном. Швед, естественно, начинает размышлять об алиупе на своего партнера. Он оказывается против менее крупного Джеремая Хилла. И это легкие очки для Дэвина, который клуба Химки с броском. И абсолютно все могут угрожать дистанции. Это очень тяжелая ситуация для Астаны. Помимо дальнего броска, Дэвин Букер абсолютный царь трехсекундной зоны и результативный игрок наряду с Майклом Томпсоном. В составе Астаны. Ой-ой-ой, как полетел Дэвин Букер. И если бы еще сверху занес с левой, но и без этого подбор. И теперь еще 14 секунд на атаку у Химок. Время потихонечку тает. Хорошо. Вячеслав Зайцев на Дэвина Букера увидел
зазор за спиной. Идет под кольцо, двигает по периметру мяч кимчане, ищет варианты для атаки. И Букер! Томагавка Дэвина Букера. Передачу в пол получает от Яниса Ти. 20 очков от Джеремая Хилла уже, а играть 13,5 минут до конца матча. Быстренько разыграли, и Дэвин Букер вколачивает мяч сверху на Букера. Вставляет Вячеславу. Раньше его практически не держали от броска, но после последних событий, где Вячеслав демонстрирует свой бросок в полной красе, верное следует. Все-таки минус 13, и целая четвертая четверть есть в их распоряжении. Дэвин Букер разворачивается, и 24-е очко в этом матче для себя зарабатывает. Уже плюс 13. Букер. Букер против Гаврилова. Отвечает, и реакция Эмиля Райковича. Я услышал через гарнит. Небольшая изоляция под него. Предпочитают Алексею Шведу предоставить мяч. И Швед с Букером. Еще один хайлайт генерирует на паркете БЦМО Химки. 101% как минимум. Вниз Букер. Еще один данк. И каков же Репко. Йоп. Who's going to post up and go to work here? Turns to face the rim, backs in again, up against Diop. Booker spins, step through move. Lovely play from Devin Booker. Confident in his ability one on one, it just had to be Giedraitis. 5 points for him. Drebko, he's going to take it on to the inside this time. Threaded the eye of the needle to Booker, who did the rest. What a pass from Drebko, who 2 meters 21 fell. Booker, that's his spot. He steps in for the long two and drains it. Здоровенный центровой. Я так и смотрю, как-то чересчур парень подсушился, что касается Юсуфы. Фаля, тоже он воспитанник. Бертонс, ну нет, конечно, той легкости, которую мы привыкли видеть в его исполнении. Здорово, снова находит под кольцом трехсекундную подготовку, к которому была весьма и весьма скомканной. Пока миланские старики-разбойники Реалу противопоставить мало что могут. Снова Букера выводят на идеальную позицию для Дари. Снова под кольцо, но на этот раз с сопротивлением. Атака, спасут химчане этот мяч. Да, спасли Вяльцев. Ух ты, здорово, как Егор. Прям конфету материализует в руках. Is Booker, Jurebko, Zaitsev. Zaitsev looks to hook that one in, and it's finished off by Devin Booker, who picked up the pieces. 148th appearance in this competition tonight for Taylor. Zaitsev, meanwhile, has to make a move fast. Finds Booker, and Booker drives it in and takes the layup, and Himki, likes of Rudy Fernandez and Gabby Deck off the bench, Real Madrid. They don't have a bench, Himki. Not tonight. Booker from the point. Beautiful. Absolutely perfect. Booker knocked down by Tavares. Zaitsev picks it up. Gets it back to Booker, and Tavares again almost came up with another one. С броском промедлил, а там дальше уже Гаруба подъехал на своих ногах, вытянул руку, и бросать Ерепко было некуда. Жалуются здесь Абальде судьям, мол, толк станции. Химчане проконтролировали своих оппонентов, спокойно забрали подбор. Зайцев, отличная передача, и здесь Букер. Он так долго примерялся, долго экономил силы, но что их экономить, чит передачи. Сегодня Кампаццо просто рот критикам затыкает. Букер! Хороший, уверенный в себе бросок со средней дистанции. Определенно вдохновился своим первым попаданием. Но Кэрол, конечно, уникальный совершенно снайпер. По-моему, даже мяч не нужен, чтобы забивать. Он может любым предметом любой формы. Ну, такая очень средненькая. 8-9 игрока ротации, ничего выдающегося. Но, тем не менее, Олимпиакос – это большой клуб. Туда кого попало не берут, даже в эти сложные времена. Вяльцева. Букер пока так стесняется немножечко развернуться во всю мощь в трехсекундной зоне соперника. И вот такой кирпичик проваливается. Как в Москве. Все-таки в основном с этой организацией у него контракт до 2023 года. Выступает в Суперлиге 1. Букер сверху. Да.
хватило. А в феврале. Так, 200 подборов у Букера, но этот 200-й получился очень достойным. Бам! Сверху после скидки Ерепко. 48-й очко Химок. Хращев. Так, свободной рукой-то размахивает. Волков при желании мог. Ну вот, пожалуйста, Моня. Друг Хряпы. Вот такие передачи. И Янкунас не попал. Ерепко. Ух ты, доходит мяч до Букера сверху. Дэвин Букер. И что, еще один? Первый шаг сделал в трехсекундную зону. Мне кажется, что и Янис Тима тоже немножко удивился. У него таких легких бросков давно уже не было. И сложный бросок в исполнении Дэвина Букера. Один из самых замедленных. В одиночку решил весь вопрос. Просто на огромной скорости ворвался в так называемую убийственную зону. Здесь преимущество мы видим по подборам не только на своей площадке, на своем щите, но и на элементы до автоматизма и, соответственно, то, что мы говорили в предсезонных играх, надо где-то игр действовать, у тебя всего две. Дэвин Букер разносит кольцо. Да, Калев. Было бы не лишним вспомнить, в прошлом году, в начале сезона, Калев там выдал 3 победы сразу, и благодаря этому были в лидерах. Но такая защита не позволит им повторить результат начала прошлого сезона. Это как защита пятеро против троих. Это, кстати, тоже надо отдать должное Вяльцеву, который заставил соперников на себя смотреть, потому что обычно от Егора тоже достаточно активно из 11 броски. Классная скидка, но только даже на кольцо не посмотрел. Барашек молодой и ломает Букер опять и соперника заодно, это Томас, и пытается опять сломать свое родное кольцо. В 3-летнем возрасте возглавляет команду из Греции. Один из самых молодых главных тренеров в Европе. Хорош, Серега отдает на Дэвина Букера. Карасев плюс Букер. 2 очка Шатрагу. Набрал 11 результативных передач при 18 набранных очках. Йонас Жеребко в первой же атаке в появлении в этом матче промахивается. А Дэвин Букер отрабатывает. И Карасеву не привыкать играть на позиции разыгрывающего. И в детско-юношеской спортивной школе он там играл. Ой-ой-ой, Дэвин Букер добавляет сверху путбэк слэм. Тима дожидается, когда все игроки придут в зону нападения. Получает снова возможность отдать передачу в угол. И как же здорово, две передачи. Янис Тима на Зайцева и Зайцев на Дэвина. Здесь он не может даже выбросить со средней. На нем сразу двое. Карасев в угол, Зайцев вдоль лицевой. Есть скидка. И это Букер. Оторвал бы два раза это кольцо, если бы... И бросок здесь никого на подборе. Только робкая попытка побороться. Дэвин Букер. Несколько раз, и по-прежнему остается один игрок Енисея. На сей раз это был Тимофей Якушин. Как бы не пробовал Дражан Анзулович внедрить новых игроков в ротацию, вот эта пара Михаил Кулак, даже Евростеп или шведский степ, не знаю, как его назвать. Карасев издали. Не точно, но там подбор в нападении выиграл, это был Дэвин Букер. Достаточно болезненный удар в лицо. Возможно. Но атака продолжается, Химки не останавливаются, Букер на чужом щите. И как раз Букер воспользовался отсутствием Дастина Хога. Качество игры будет все равно расти от игры к игре по ходу сезона. Ну, на самом деле, Нижний кажется, что уже так нормально провел матчи. И перед началом вот так нормально размялся, потому что команда вот по движению мяча, по хит... левой поворачивать не нужно было бы под таким адским углом. Ну, не может быть совершенно все без помарок. Ой, какой навес! Бертанс одной рукой вытаскивает Дэвин Букер для своей Тимы. Поэтому там пошел Сергей Круг тоже разнимать сразу игроков на всякий случай, на опыте на своем. Передача внутрь прошла каким-то образом. Ее могли перехватывать игроки Нижнего и легко вколол. Расходит пока атаку той и другой команды на старте этой встречи. Букер в краске, Томас уступает ему в росте, в габаритах. И Букер разбирается здесь, не замечается. В всех уголках площадки Бертанс не дает дышать. И очередной запрос на Букера, который находится в отличной форме. Я смотрел товарищеский матч. Труд доставить мяч в передовую зону. Здесь Тима. Микки проваливается к трехсекундной зоне. Ох ты, здорово находит Букера. Букер с баллон. Отличное взаимодействие. Алхомчан, но это провал. Зачем?